Через несколько часов тюменская команда возвращается домой. Наша съемочная группа будет встречать победителей. И в следующих выпусках мы обязательно расскажем подробности соревнований. WorldSkills расширяет границы. Впервые региональный чемпионат рабочих профессий пройдет не только в Тюмени, но и в Тобольске. Он стартует 28 ноября и соберет более 280 участников. Наравне с молодыми в мастерстве сразятся и опытные специалисты. В этом году открыто новое направление «Навыки мудрых» для участников старше 50 лет. Впервые проводился в этом году подобный чемпионат в Москве. Это замечательная вещь с точки зрения передачи опыта, потому что и передачи опыта, скажем так, от старшего поколения к младшему, и с другой стороны, люди, уже сложившиеся профессионалы, уже как бы с другой стороны будут смотреть на молодежь.